Hey, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик. Тем более, что у нас подъехало новое видео. Это Хогвартс Наследие. Bad boy is a game. Итак, ребята, я нахожусь в Хогсмите. В прошлой серии мы сделали доставку в Кимбридж. И я почитал на форуме, где достать водоросли. И водоросли вот так нигде не растут. Их нужно купить. Их нужно купить, ребята. А купить у этого Тимоти Чайлога. Мы можем семена купить. Что я, в принципе, и сделаю. У меня есть семена. И можно пока что не ждать побег спорыша. Стебель водорослей за 150 монет. Я куплю, чтобы сделать... зелье. Так, а теперь я отправлюсь выручай комнату. Мы посадим. Так, карта Хогвартса. Мы посадим водоросли и заодно. Так, это гонки на метлах. Давай соберем тогда все сразу. Стой. А вот здесь, так, осмотреть, освободить горшок. Не понял. Водоросли. А, нужно больше горшок поставить. Блин. Ну ладно, пускай тогда бадьян растет. Окей. Больше горшок. А я... мне надо где-то, значит, рецепт купить на побольше вот эту тепличку, или как она правильно называется. Так, давай создадим. Да, мне же зелье Максима так надо. Подожди, давай задание откроем. Я точно посмотрю, какой мне там... да. Так, фокусирующее зелье у меня есть. И зелье Максима и Эдурас. Так, это у нас фокусирующее зелье, но у меня его тоже нету. Давай мы его здесь сделаем. Одну минутку. Так, зелье Максима почти доделано уже. Отлично. Что я еще могу сделать? Фокусирующее зелье я больше не могу... Подожди, я думал, что мы там две штуки покупаем за 150. А это две, что ли, у него в наличии было? Что-то непонятно. Окей. Давай еще, наверное, зелье Максима поставим. Пусть стоит. Вот так вот сделаем. И получается, Эдурас есть, Максим есть и фокусирующее зелье. Окей, сейчас все это заберем. Так, собрать. Собрать. И здесь тоже соберем. Все, отлично. Так, теперь давай по заданию. Как она правильно у нас звучит? Так, задача профессора Шарпа. Так, профессор Шарп просит испытать на себе зелье Максима и Эдураса. Он также попросил протестировать в деле фокусирующее зелье. Я знаю, что сами зелья и рецепты можно найти. Так, это понятно. Раздобудьте фокусирующее зелье, испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максима и Эдураса и одновременно испытайте их в деле.
Тогда я, знаете, что сделаю? Я тогда, наверное, снова куда-нибудь тэпнусь. Не, карта. Подожди, карта. Карта мира. Запретный лес. В принципе, я могу в запретном лесу это сделать. Я могу или могу даже здесь это сделать. Давай, наверное, все-таки восточная часть. Давай сюда, к запретному лесу тэпнемся. Стопудово здесь кто-нибудь добудет. А что здесь? А, это бабочки. А, вот же они. Значит, они ничего не выдумывали. Давай, ну давай проследим за бабочками, окей. Так, пока все идет неплохо. Сейчас куда-нибудь меня заведут. Там уже кто-то есть. Осторожно, пауки. Коллекция обновления 4 или 6. Чего-то там. Все? Или мне нужно несколько? Так, вот там один паучок, я надеюсь, или нет? А это волк. Давай волк, окей. Так, я, наверное, так поближе заберусь. Так, используйте... Так, подожди, давай сначала... Так, снижает время перезарядки. О, я два раза его юзнул. Блин, это... Короче, я потратил. Посетить зельеварение в Чечне. О! А давай сразу тогда он может быть... А, все, это так быстро заканчивается, эти зелья, я понял. Посетите занятия по зельеварению. Давай обратно теперь отправимся. Зал картографии. А, не, это основное. Подожди, мне вот сюда... Полетели. Он хотя бы что-то говорил, просто показал, типа, вот смотрите, какое я сделал зелье крутое.
Вы такое не можете. How are your assignments coming along? Профессор, ваши задачи сделаны. Хорошо, думаю, вы готовы освоить депульса. Покажите же, на что способны. Это типа толчок у нас, да? Так, лучше бы упражняйтесь. Давай я открою. Депульсо. Отталкивает многие типы объектов и врагов. Ну давай. Ой. Стой, подожди. Это я вот так хотел сделать. Депульсо вот сюда. Вот так. Я как уровень получу, я сразу же еще одну эту вкачаю. Отбрасывают чары. Возможно, теперь я могу даже те большие шары толкать. А что? Боже, я сюда не могу, что ли? Нет, могу. Подожди, это кто у нас? Hello, Nelly. Привет, Нелли. Мне удалось вставить в замок хитроумный ключ. Замечательно. И что же было в шкафу? Какой-то необычный жетон. Похоже на жетон факультета. Наверное, они нужны, чтобы открывать сундуки факультетов. Я их так называю, потому что видел один в гостиной Гриффиндора, и знаю, что в других они тоже есть, так что поищи их. Мне теперь нужно найти сундук Слизерина. Хорошо. Так, а что у нас еще по заданиям? У нас тут задание, кореш. Так, следуй за бабочками. Это вернуться. Так, схватка с беглецом. Рекомендуемый уровень 30. Да, мне туда точно рановато еще. Это все. Давайте, наверное, еще вот это мы тоже выполним. Так, раздобудьте ядовитую тентакулу и испытайте ее в деле. Раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов. Профессор Чесноук. Так, посетить магазин Тимофилы и Поганки. Это мне нужно в Хогсмид. И снова там купить. Тимофилы и Поганки. Как они могут выглядеть? Сладкое королевство. Блин. А, вот, наверное, здесь, да? Да. Так, вроде я правильно бегу, это вот та дама. Нет, не сюда, вот сюда мне. Опа, кого я вижу? Спасибо. Ой. Спасибо. Подгляжу. Все, я правильно, в правильном направлении. Значит, у нее просто купим сейчас. И нужно несколько врагов одновременно. Так, подожди, а у меня есть ядовитая тентакула. Мне только корень мандрагоры надо. 500 монет. I can take you far.
Подожди. Так, где я сейчас есть? Куда я могу пойти, чтобы встретить врагов? Может быть, куда-то туда мне сходить? Не знаю, насколько далеко мне бежать. Так, это кисано. Здесь люди ходят. О! Так, давай корень мандрагоры возьмем сразу. А где еще тот один? Вон он. Так, окей. О! Ой, я чё? Слушайте, нормальная эта штука. 263 урона я нанес. Все, да, здесь? Да. Так, и раздобудьте, испытайте ее в деле. Так, выполните задание, которое я вам дал, а потом зайдите ко мне, я научу вас режущему заклинанию Дефиндо. Обычно я его использую для разрезания овощей. Так, подожди. Ядовитая тентакл. А может, я просто... А ее можно просто использовать. Все, теперь мне нужно на травологию. Погнали на травологию. Погнали. Так, карта Хогвартса. Мне... Так, я же могу прямо... Подожди, я же знаю, что я могу прямо... А, вот, чеснок. Чеснок, я к тебе. Веселье. А я вообще эту мандрагору могу у себя высаживать, интересно, в ручей комнате? Так, а я тут что-то видел. А, это просто. Так, мне надо с ней поболтать. Все ваши задачи выполнены, профессор. Рада это слышать. И профессор Уизли тоже будет рада. Я обязательно сообщу ей о ваших успехах. Спасибо, профессор. Профессор Гека сказала, что обучила вас Левиоса, поэтому вы должны быть готовы к освоению более сложной версии заклинания левитации. Заклинание Вингардиум Левиоса требует некоторой сосредоточенности и плавных грандиозных движений волшебной палочкой. Попробуй. You should be able to pick up boulders as though they were sprigs of silkworm.
Ну да, это, короче, типа задание. Ой, задание, говорю. Магия типа круче. Так, с помощью левитационных чар Вингардиум Левиосо можно поднимать объекты воздуха и перемещать их в различном направлении. Контролировать их положение своими движениями и использовать FVQE, чтобы точнее выбрать расстояние до объекта и угол поворота. Можете тренировать Вингардиум Левиосо здесь, в теплице. Я специально установила для вас несколько ящиков. Но это такое, то есть Левиоса это, мне кажется, это не для врагов. Ха-ха, блин, прикольно, ребят. А здесь у нас... А здесь нету, да, никакого зелья? Ну и ладно. Ну и не надо. А, еще одно зелье нашел. Зелье Эндурос. Гуджебе, гуджебе. Так, ну что? Давайте тогда, наверное, мы... Посмотрим, там еще у нас задание какое-то появилось. Дефиндо. Раздобудь зелье невидимости и испытай его в деле. Раздобудь грозовой напиток и испытай его против врагов. Опять зелья эти. Так, хорошо, мы... Разберемся. Давай, наверное, все-таки мы сейчас отправимся к профессору Фигу. Отправимся к профессору Фигу и заодно немного продвинемся по сюжету. Тем более узнаем, как он сгонял... Потому что он говорит, что так себе. Я просто еще немного на картины смотрю. Мы все-таки, может быть, найдем ту картину. Или не найдем. Вы вернулись. Наконец-то. Министр Спевин больше говорит, чем слушает. Все разглагольствует о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Послушайте, профессор, пока вас не было, произошло столько всего. Домовой эльф профессора Блэка Скроу передал целый шквал сообщений. Неужели Скроу отправлял вам сообщение? Да, мне это тоже показалось странным. Он попросил меня встретиться с ним и прихватить Гренку. Зачем Гренка может понадобиться? В пещеру под озером. И там мне встретился призрак Ричарда Галкрада. Кто такой этот Ричард Галкрад? Он когда-то учился в Хогвартсе, так вот. Он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков Галкрада обнаружились утерянные страницы. Неужели все-таки нашлись? Да, и поскольку Галкрад успел воспользоваться изображенной на них картой, то хотите верьте, хотите нет, но эта комната где-то под Хогвартсом. Вот как и почему. Мне хотелось верить, что вы это скажете. Ой, и нам придется взять с собой книгу. Кстати, помещение называется залом картографии, и там нас ждет портрет Персиваля Рекхэма. Профессор Рекхэм, с нетерпением жду встречи. Как же этому Галкраду удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивз, а Галкрад потом украл у Пивза.
Пивс. Поверить не могу. Все это время она была прямо у нас под ногами. Любопытно. Это карта. Вот Хогсмид, а тут запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Жаль, что этого, что ты этого не видишь. Поговорите. Здравствуйте, профессор Эхо. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы и просили. А это мой наставник, профессор Фиг. Рад знакомству, профессор Фиг. Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой? Понимаю. Еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного магического дара. Потенциал и сила которого раскроются, если вы докажете, что достойны того. Место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания об омуте памяти, которые вы видели в моем сейфе в Гринготтсе? Вы обсуждали портал со своим другом Чарльзом, а еще испытания, созданные вами для того, что кто способен. Именно. Чарльз тоже один из хранителей, так мы назвали себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания, хранить в тайне до сего времени. Так что же, ни переход из руин в Гринготтс, из сокровищницы, ни запретной секции, ни поиски этой комнаты не были частью испытания? Все это важная часть пути, но не самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы сила и знания, которые мы так долго держали в тайне, не попали не в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врожденных, так и приобретенных. Но вот что не менее важно, все, что вы увидите во время испытаний, поможет вам решить, что делать с полученными знаниями. Запаситесь терпением, испытания многому вас научат, но это потребуется время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы долго ждали, профессор Фиг, уверен, еще чуть-чуть. Со всем уважением, сэр, хоть я не знаю, что за секрет вы храните, я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. И нам повстречался необычный могущественный гоблин, применяющий такую магию, когда мы выходили из вашего сейфа в Гринготтсе. Возможно, мы уже опоздали. Тревожное известие, друг мой. Вы доверяете профессору Фигу? Как самому себе. В таком случае, учитывая ваши незаурядные умения в достижении, начнем. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске места испытаний, но пройти их может лишь тот, кто наделен даром, как мы с вами.
Взглянем на карту. Я знаю эту башню, это недалеко. Может, вы и сами ее видели? Она кажется знакомой. Возможно, ваш юный друг путешествовал чаще, чем вы думаете. Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединитесь, как только сможете. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны и не говорите никому, куда вы идете. Так, ну что, книгу вернули. Отсюда вам и узнали. Так, Флипенда, да, отталкивающий глаз, она нам предлагает. Когда закончите с моими заданиями. Хорошо, хорошо. Так, мадам, вам пора освоить Глацию, замораживающее заклинание. Это хороший способ умерить чей-то пыл, если ситуация накалится. Но для начала вам нужно будет выполнить несколько заданий. Когда закончите... Ничего нам там задания-то надавали, ребята. Мы сегодня... Ой, не туда нажал. Мы сегодня прямо что, погоним по всем задачам? Глациус, Флипенда, Дефинда... А давай вот это завершим задание. Карта. Она же нам еще должна что-то дать. Так, это вот это, да, три метлы же? Здравствуй, мисс Уолтс. Ну что ж, произошло. Получилось их обнаружить? Они привели меня в лес, где спрятано сокровище. О, замечательно. Рада, что ваши усилия вознаграждены. Возможно, однажды мне удастся побороть страх и отправиться в запретный лес. А пока я буду радоваться, что меня там ждет столько чудесного, если я осмелюсь туда заглянуть. Коллекция обновлена, ящик с цветами мне дали. Так, а мы здесь... Да, я здесь вроде все и уже находил. Ой. Так, где у меня тут? Где большое дерево? Это где-то здесь? Да, это где-то здесь. О! Ха! Это было легко. Возвращаем. Так, и здесь я еще видел сундук. Так, некоторые дома я до сих пор еще зайти не могу. А здесь и не надо заходить. Так, блин, был в этом и не посмотрел. В своей выручай комнате. Да подожди ты. А мы здесь были? Что я не помню эту комнату. Перчаточки улучшенные. Кстати, я бы забежал бы, тут еще все продал бы. Давайте сразу, наверное, мы это и сделаем.
Так, а это у нас... Я же забыл, куда я тут забегал-то. А, вот магазин. Я прямо на него смотрю. То есть он где-то... Где-то вот здесь. Это он? Нет, нету, да? А, вот. Вот он. Так, давай все продадим. У меня 4 предмета на обнаружение. Нужно будет сегодня еще и посмотреть, что там интересного. Так, окей, задание мы выполнили. Какие мы еще задания можем побочно еще сегодня выполнить? Так, хитроумные ключи. Вставьте жетон. А если я вот так его нажму, интересно, он мне покажет, куда бежать? Так, это где? Вот он, сундук. Сундук моего факультета. Нужно только вставить жетон. Похоже, чтобы открыть сундук, нужно найти больше жетонов. 16. Да. 16, ребята, это очень много. Так, схватка это рано, тайник рано, призрак нашей любви тоже рано. Блин, мне вот интересно, мне бы так хотелось бы изучить вот эту Алахамору. Так, тут шары надо лопнуть. Вырастите и соберите урожай. Так, ладно, ребята, тут, чтобы дальше продолжить, нужно опять туда-сюда потепаться. Уже, наверное, все-таки мы продолжим в следующей серии. На сегодня, я думаю, пока все. В принципе, мы неплохо, мы два сегодня с вами заклинания выучили. Это Вингардиум Левиоса и Депульса. Причем уже даже успели затестить. Семена у меня водоросли есть. Нужно только купить, получается, побольше саму эту... Блин, как она там правильно называется? Ну, грядку, горшок, вот. И уже посадим, вырастим эти самые водоросли. Ну, всех благодарю, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.